Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте GDrop, пополнен данный сайт на 25 тысяч рублей. Что ж, обязательно, если ты захочешь пополниться, ой-ой, два раза вставил, КС Лупоп вводишь, дает тебе 11% пополнения. Что ж, а мы поехали поскорее начинать. Я надеюсь, то, что все видели прекрасно предыдущий видеоролик, где я открыл кейс сувенирный за 100 тысяч рублей, где выпал нож. Ну... Там, правда, плакать хотелось, но сегодня я таких ошибок совершать не буду. Будет ставить 100 тысяч рублей, будем выводить. Похуй на остальной минус, который будет. Хотя бы соточку, я думаю, нужно будет забрать. Окей, 300 рублей с первого яичка, ладно. Идем далее. Будем надеяться на какое-то приятное яйцо. И надеяться то, что мы долетим сегодня до 250 тысяч. Ну да, очень вряд ли все скорее. Ну ладно, тем не менее, 185 рублей, хотя дракон так хорошо пролетел. Я вообще не понимаю, как она на самом деле здесь считает. Ну пускай будет. Этот очень медленный дракон и даст рублей 300-400, правильно я понимаю? Или как оно? 232 тысяча. Выпало 500 рублей, ебать. То есть чем хуже дракон, тем лучше дроп. Понял. Ладно, 25 косых на балансе. Айда, попробуем магический кейс сегодня покрутить. Посмотрим, данный паренек что-то нам захочет поставить? Захочет. Захочет, нахуй. Хорошо. На все бабки тогда сейчас его откроем. Сделаем контракты и пойдем сразу же к жести переходить. К сути данного видеоролика, правильно я понимаю? Ну, кстати, окупает. Причем даже неплохо окупает. 150 тысяч рублей ты мне ставил в предыдущем ролике. Я хочу, чтобы сегодня было не меньше. Хотя, только что сказал, что сотку заберу. Будем смотреть. Будем надеяться, то, что я не буду, как последняя жадина, нахуй, сегодня сидеть. И все до последнего цента проебывать. Ну, пока что, кстати говоря, начал за здравие. Ну да, ладно. Еще плюс 1000 дал. Дальше идем. Минус 1000. Дальше идем. Плюс 1000. И последний минус 1000, да? Я так правильно понимаю? Нет, минус 100 рублей. Не критично, как будто бы. Хорошо, все, что до 2000 рублей мы в первый контракт засовываем, а во второй контракт все, что дороже. Первый контракт на 9700 рублей, смотрим, что падает. Не заспойлерило, спасибо большое. Падает 2750, нихуево, девки пляшут. И второй контракт на 19691, по-моему, рубль. Пожалуйста, давай что-то хорошее, 23000 рублей, окей. Остались просто при своем. Но еще нам выпали всякие разные кейсики. Треугольник выпал, грубо говоря, с того кейса. Кейс Луна еще откроем, конечно же. Еще где-то созвездие Дигла должен быть кейс. А, магический, точно, точно. 1700, хорошо. А где вот этот созвездие Дигла? А где найти-то его? Ёбаный рот. Может быть, я чего не понимаю? А, я его открыл. Окей, 1000 рублей он стоил. Давай кейс Муай 5 раз просто еще прокрутим. 10 тысяч рублей потратим, посмотрим. Ага, минус. Окей, плюсик, плюсик, плюсик. А, это минус. Нихуя себе. А это тоже минус. Ну, а, 11,5 тысяч рублей, спасибо. Хорошо, давай тогда вот так. 3350. Падает 6. Ничего себе. И ставим на 12-ку. С 2 без личной наглости сейчас сыграем. А, ну тут и, блядь, с наглостью бы ничего не получилось, ну ладно. Тем не менее, 25 тысяч рублей у нас с тобой на балансе. Спасибо большое, GG Drop, хорошо. 3 кейса красных, поехали. 16,5 тысяч рублей тратим, получаем Bloodsport, кстати. Кадрайт это плохо. И, ну, 21, потратили чуть-чуть поменьше. Хорошо, еще тогда 3 дадим. Опа, Дагера, отлично. Да, ладно, мне нравится. Пока что мои шансы меня более чем устраивают. Хорошо. Значит, 3 желтеньких, 20 тысяч рублей, поехали. Ой, плохо, ой, плохо. Ой, плохо. Нет, желтый кейс мне больше не нравится. Как-то с него очень плохо в последнее время ставит. Давай-ка синенький тогда попробуем. 23 тысячи рублей тоже потратим. Ну, ржавый кобальт, окей. Это минусовая шляпка. И это тоже шляпка минусовая. Давай, ладно, еще раз. Еще шанс дадим. А, ага. Ага.
Ага, минус еще 10 тысяч рублей. Ну, неплохо, неплохо. Того минус 5 тысяч рублей от депозита. Ну, ладно. Давай 2 зеленых тогда. 17 тысяч рублей тратить. Почти 18 даже. Если быть честным, черепашка хорошо, распространение плохо. Еще 2, поехали. Ой, блядь. 5 тысяч и 10. Опять в минус. Один раз. Ага, минус, да? Отлично. Видимо, сегодня не получится забрать сумму, которую я хотел бы. Ну да, чудовищная смесь за 4,5. Еще один раз. Изумрудный кварц. 15. Спасибо большое. 2 кейса не хватает. Значит, еще один. Изумруд. Минус определенно точно. Хорошо, минус 4000. Еще один изумруд. Минус 4000. А. Ага. 6300 рублей. Ебать. Спасибо большое. Ладно. Давай вот так. 6117 рублей. Мутится контракт. Получаем десяточку. Ну, спасибо, наверное, но хотелось бы что-то поинтереснее, наверное. 2 красных можем? Ай, чуть-чуть не хватает. Чуточку просто не хватает. Ладно, один. Подряд. Минус. Отлично. Дальше. Пиксельный камуфляж. Это плюсик. Это хорошо. Значит, на 2 кейса хватает смело. Угу, понял. Теперь не хватает. Адское пламя. Минус. Отлично. Дальше. Хладнокровный. Это плюс небольшой. Окей, давай далее. Кадрет. Сомнительная история. Еще давай что-то хорошее. Адское пламя. Тоже минус. Далее. Радиационная опасность. 2800 рублей. Отлично. 4000 блядских рублей у нас остается на балансе. Ладно, 6. 6, окей. Давай 3. Бам-бам-бам. Окей, плюс 300 рублей. Еще 3. Бам-бам-бам. Минус 3000 рублей. Отлично, 2. Угу. Еще минус. Прекрасно. Я не знаю тогда, что нужно мне сделать, чтобы обратно вернуться к своему балансу. Ну нет, 9000 с контракта, прям спасибо. Итак, так. 10800 рублей. Контракт. Может быть, ты мне что-то поставишь наконец-таки? Понял, 7000 мне поставишь. Это сомнительное удовольствие, очень даже. Окей, 5 кейс гидры. Ага, ни одного укупа. Тоже приятно, тоже хорошо, блядь. И еще в контрактах не купила. Это победа, ребята, сегодня просто какая-то. Просто 25 тысяч рублей, опять залив. Ну, где камбучи? Пока что я вижу жесткое недовучи. Да. Ладно, без платочки. Я-то думал, сейчас зайдем нахуй, на жесткий чек 100 тысяч отобьем. И выйдем просто со спокойной душой. А тут оно, видишь как, посмотри, просто взяло и наебало. Просто взяло меня и наебало жестко. Окей, не хочу даже смотреть ни на что, на это говно. Вот так контракт, 4400. Неокупной, конечно же. Да-да-да, спасибо большое. Я в тебе ни разу не сомневался, джидроп сегодня. 2800, отлично, всадник. Контракт делаем, он опять не окупает. 2900 рублей, смотрим. Давай, пожалуйста. Блять, 2600, да иди ты нахуй. Сука, говна кусок. 4 кейса, бам-бам-бам. 3500 рублей. Ставит 5, не более. Да, если бы он ставил 5, было бы круто, наверное. К сожалению, с той суммой тут и не пахнет. 3, бам-бам-бам. 2500. 4 кейса, бам-бам-бам. 3500, окей, 5. Так, 2800, контракт. Да, но это тильт. Это просто тильт. 7, ладно, 7 это уже куда ни шло, окей. Так, пам-пам-пам, 7800. Давай вот сейчас еще один окупной, пожалуйста. Пожалуйста, тебя прошу. 24, ладно. Камбэкнули к балансу. Значит что? Значит 3 синих кейса. Убираем фаст прокрут. Смотрим. Ржавый кобальт. Окей, я согласен. Это хуйня. И это тоже хуйня. А, это 16. А-а-а. Тогда окей. Тогда 4 еще. Синих. Ну, окей. 8 плюс. Окей, это минус. Окей, это тоже минус. И последнее тоже минус. 16. Блять. Можем въебаться сейчас. Опять. Можем просто опять въебаться. Но, бля, без сотки уходить с джидропа я сегодня точно не собираюсь. Окей.
Кадрат, это минус, хладнокровный, окей, плюсик, и карамельное яблоко тоже плюсик, 17,5 тысяч рублей. Попробуем, поверим, то, что контракты могут еще раз окупить. Смотрим, что с них падает. Падает с них 7 тысяч рублей, минус десятка. Спасибо, наигрались нахуй. Ну да, да, опять перестает давать. Просто то появляются шансы, то пропадают. Ну я не знаю, нахуй. Но это просто пиздец какой-то. 2000 рублей. Ну да. Пожалуйста, давай, блядь, поставь мне какой-нибудь скин за 100 тысяч. Ебаный в рот. Я просто пул довольным еблом уйду отсюда. Я сегодня уже столько денежек слил. Даже себе, блядь, не представляешь, жидроп. Давай, пожалуйста, сделаем это. Понял, 400 рублей. Отлично, ну ладно, давай вот так, вот так, вот так, спокойствие. И до 6000 поставим, почему бы и нет, собственно говоря. Пожалуйста. Нет, проеб. Ну, к сожалению, вот такой вот видеоролик получился. Не всегда G-Drop окупает, как я хочу, но буду знать, буду учитывать в следующий раз. Что ж. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий. Что ж, а так, всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.